заехал. Заехал от безумия? В общем, тут каждый занят своим делом. Вон Жека. Куда повернешь свою карету дышло? Тут, в общем, идет процесс. Закроем его. Тут... О, Серджио устанавливает свет. Ну как тут идет процесс? Все просто замечательно. Съемки. Новое шоу «Хованина» запускается. «Хованина» не по-дедушку. Вот, готовим. Куличный, понятно. Ну тут работа кипит. Знаешь, что мне вообще кажется, что вот эти лампы не совсем... Да, зашибенно. Мощности не хватает. Это постоянно. Снимаем как угодно. Вот это стремление... Чтобы было все идеально. Что, на две камеры будем снимать? Ну, конечно. Ух ты. В общем, все тут, все заняты по-бешеному. Я просто... Ну, я тоже, вы знаете, занят. Я не бездельник тут, чтобы лежать. А что ты думаешь по поводу того, что лето не наступает? Когда подбегают и так лупалом и глядят на тебя. Там, мне кажется, сзади подойдет да укусит. Да не надо, не пугай, не говори ничего. Ну-ка, засунь руку, вот, давай, давай. Да ты что, гонишь? Да давай. О, прикинь, палец укусил. Вот нифига, люди. Да ну на... Да тебе укол надо ставить. Чуть-чуть укусил, говорит, там говище хлещет. Нужно взять молоток, кувалду, знаешь, и давай, бах, сюда, бах, кувалдой. Вот это люди, да я шучу, конечно. Власть, власть. Я добрый человек, не будет такого. Хотя, поглядите, какие виды, главное не завалиться туда. Внизу вообще жесть. Я сюда вот сейчас поднялся, это просто снос башки. Это вот такие моменты и западают в душу. Никогда же ты за компом сидишь или перед телеком, а вот, вот сейчас, в данный момент. Вас это не волнует? Дождь, пофиг. Там гром, молния и еще что-то шумит. Будь я пчелка, я бы даже не взлетел на метр в эту опасную погоду. Куда вы? А, кстати, Арыч, я скайп, короче, удалил. Какой-то говёный он был. Наконец-то мы не свяжемся. Ну? Подожди, подожди, я сейчас это... Улетаете, а я-то тут остаюсь. Ты злорадствуешь там. Я почему так радуюсь? Серджио боится летать, а сейчас дожди напалил, тут безумно. Но это не самое страшное. Есть там, вы сейчас в Москву же вначале, а потом только в Баку. Есть там один летчик такой, летит на нейтралочке, знаешь. Когда спускаться, двигатель отключает. И на нейтралочке. Нахрена так. И там в животе аж вот дух захватывает. А экономия топлива. Да. Есть один пилот, походу, вот в 7 утра у вас вылет. Всегда в 7 и на него часто попадает. Сейчас без 2:05. Как тут включить? Во. Как тут включить? Сразу выдал себя, что у меня айфона никогда не было. Ну вот. Ну вы довольны хоть? Ты что, рыгаешь? Я буду доволен, когда мы сядем на самолете вообще-то, пока мы еще не сели. Там молнии. Ну, я не знаю, конечно, тема стрёмная. Чем же стрёмная-то? Чем же стрёмная-то? Поехали-то лучше на шашлыки. Так вы на Победе летите? Там Победа новый, да? Самая опасная. Людей куча.
Он нас приободряет, это самое опасное. Блин, а где здесь туалет, без а? Еды, без воды чувствую. Там тут. Следующий рейс на 81-м в Гагу. В скайпе созвон. В скайпе, да. Нет, да. А как мне там звонить? Там у меня ничего нет.